не мужчина. Так. Мужчины. Значит, у нас представитель Днепропетровской области, действующий чемпион Украины, мастер спорта Ивашко Юрий. Четвертый номер. Так, мастер спорта Днепропетровскую область представляет Жемер Феликс. Пожалуйста. Так, шестой номер. Так, представитель Запорожской области, мастер спорта Звонарев Геннадий. Одиннадцатый номер. Так, следующего спортсмена мы легко узнаем. Это человек родился в Днепропетровске, живет в Херсоне, играет за Одессу, любит столицу нашей родины Киев и всегда хотел жить за границей. Это гроссмейстер Валерий Гребенкин, Одесская область. Я не знал, что он еще экстрасенс. Ну, все. 12. Ну, такое место займет. Так, представитель Днепропетровской области, гроссмейстер Владислав Антонович. 10 номер. Так, представитель Харьковской области, мастер спорта Максим Абелец. Прошу. Вот. Вот. Восьмой номер. Так, еще один представитель Днепропетровской области, мастер спорта Иванов Кирилл. Прошлый чемпион. Экс-чемпион. Третий номер. Иванов Кирилл, третий номер. Представитель Днепропетровской области, бывший директор ДЮСШ номер 9. И бывший ДЮСШ. ДЮСШ, да. ДЮСШ. Мастер спорта Панченко Анатолий. И я не бывший директор, она закончила существование при мне, поэтому я ее настоящий директор. Это дополнительная информация. Это не дополнительная информация. Это называется послесловие. Ну ладно. Это чтобы не вводить в заблуждение людей. Пятый номер. Панченко Анатолий. Так, представитель Харьковской области, ветеран украинских и советских шашек, мастер спорта Ципис Леонид. Прошу. Седьмой номер. Кто там хотел очень? Все уже. Закончили. Так, мастер спорта, представляющий Днепропетровскую область, Александр Шнейдер. Так, девятый номер. Так, еще один представитель Днепропетровской области, мастер спорта Григорий Осипян. Прошу. Второй номер. Ну и последний, мы все равно о своих героях должны знать в лицо. Представитель Днепропетровской области, кандидат мастера Олег Патлань. Прошу вас. Именинник. Первый номер. Ну вот, вот видите. Всем пока. Можно так и закончить. Да. Так, женщины, с вами мы прощаемся до завтра. Ну, можете посмотреть, как ваши собратья играете. А мужчины сейчас после небольшого перерывчика прошу за доску. Мы будем. Объявляю. Первый тур. Так, мужчин. Так, первый тур, да. В первом туре встречаются. Первый столик. Патлан Гребенский. Второй столик. Овсепян Звонарев.
Третій – Іванов Антонович. Четвертий – Івашко Шнейдер. П'ятий – Панченко Аделєц. І шестий столик – Шепель Ципер. Как всегда, первый столик у нас...